tenemos Queens. Браво! Идеально, идеально получилось. Бас-гитара, что нужно? Здесь вот, это гриф, да. Здесь не баб, да. Это изгиб гитары желтой, ты обнимаешь нежно. Или я куплю цветы для руки, вот это. А здесь вот это вот. Вот так, да. И самое главное, лицо. Вся рок-группа играет лицом, но не инструментами. Репетируем? И это рука живая. Давай попробуем. Володя у нас будет соло-гитарист. Ваша партия соло. Володь, вы находитесь здесь. Соло-гитарист вот в таком приседе. Здесь гитара. Здесь вот делает вот это все. Посмотрите, как я делал. Сделаем? Давайте посмотрим. Человек талантлив во всем. Ну, естественно, нам нужны Кристина и Екатерина. Две девушки. Попали. Почему попали? Наоборот, превосходно. Пойдемте. Вы у нас бэк-вокал, девчонки. Да, бэк-вокал находится позади ударных инструментов. Вы находитесь вот здесь, девчонки. Вот в этом пространстве, чтобы вас было видно. Там. Что нужно делать? На самом деле бэк-вокал, они там что-то подвывают, но они созданы для того, чтобы красиво, сексуально двигаться. Нет, вот это все родилась елочка. Вот это. А, да, прямо. Да, да, Катя, почти, почти. Еще прибавь побольше, да. Вам нужно сейчас спеть будет одну фразу. Baby, I love you, baby, I love you. Одна фраза, да? Baby, I love you, baby, I love you. Блин, а мне понравилось, а можно еще раз? Baby, I love you, baby, I love you. Вау! Ну и, конечно же, самый главный человек, вокалист Андрей. Я что ли? Конечно, поучаствуй, первый раз будешь. Вставай, ты в центр, это все массовка, они прикрывают, главный человек ты. Нет, ну они тоже главные, да, будешь стоять именно здесь. А у тебя в руках будет единственный микрофон. Да. А как у настоящего исполнителя он будет выключен. Вот. Поэтому все делается, знаешь как? А у всех, чтобы не понять, что это я пою, закрывается вот так рот. И вот это. То есть самое главное от тебя вот это все зависит. Вот здесь ходить вот это. Вот это все твое пространство. Не важно, что он поет, все, главное, ты поешь, все. И тут можно все, я пою. Вот так наши эстрады и работают. Тебе сейчас нужно представить, что у тебя в руках микрофон. Нет, первое будет не русское, естественно, нужно с хитом. Тебе сейчас нужно будет спеть песню, фразу. Вы готовы, детки? Are you ready, babies? Нет, are you ready, babies? Давай попробуем. Давай попробуем. Готовы? Are you ready, babies? Are you ready, babies? Отлично, еще раз давай, специально для... Are you ready, babies? Are you ready, babies? Принимаем? Да. Принимается. Отлично, аплодисменты, дорогие друзья. Нашим артистам, артисты, пойдемте переодеваться.